Всем привет, меня зовут Катя, вы на моем канале «Дело в теле», и сегодня я вам посвящу такую тему, что выбрать, тренажеры или свободный вес, если вы, например, новичок, пришли первый раз в зал. Итак, есть консервативные люди, которые против тренажеров, которые считают, что они неэффективны и поддерживаются как раз свободными весами. Они привыкли это делать, они это продолжают делать. Но что же лучше, да? Давайте разберем. Первый плюс тренажеров – это в том, что он предельно прост. Вы просто сели, и он начинает делать работу, в принципе, всю за вас, да, дабы это какие-то сведения были, или это какое-то для ног сгибание, например. Также тренажер, он практически полностью убирает риск травм. Здесь можно обезопасить, поэтому новички очень любят тренажеры. Какие минусы имеются у тренажеров? Меньше энергии вы даете тренажеру, то есть вам меньше действий нужно будет сделать. В основном он делает за вас какую-то часть работы, и вы какую-то часть доделываете, нежели со свободными весами, если взять то же упражнение, если бы вы делали. А мы приходим в зал все-таки с другой целью, чтобы как раз отдать, чтобы был больший расход. Верно? Верно. И также из огромных минусов тренажера – это то, что они разрабатываются по среднестатическим параметрам человека. Если у вас слишком широкие плечи, слишком длинные ноги, ну вот так, такой продюсер, да, то уже тренажер вам, скорее всего, не подойдет. Можно даже, наоборот, пойти к себе во вред. Поэтому, что нужно новичку? Куда же все-таки пойти? На тренажеры или начать со свободными весами? Я советую начать сначала с тренажеров, а следом уже добавлять упражнения со свободным весом, такие как отжимания, подтягивания, приседания, планку можно спокойно подержать. Если вы не знаете, в каких долях рассчитать тренажеры или тренажеры со свободными весами, обратитесь лучше к своему персональному тренеру, который рассчитает вам программу тренировочную, и там уже будут четко видны как раз процентное содержание. Но если говорить в целом, да, если у вас все-таки тренера не имеется, то я советую лично вам 30% были, чтобы были тренажеры, а свободный вес – все остальное. Итак, друзья, мы подошли с вами к концу. Я думаю, разобрались с этой актуальной темой. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Я буду для вас очень стараться. И давайте до новых встреч. Пишите в комментариях, какую тему вы бы еще хотели от меня услышать. Руки поцеловала и ушла. Какие вкусные ладошки.